Сегодня мы развітаемся с российскими мобиками. Они пришли до нас с криками, что они наши старейшие браты, смеялись над нашей мовой, сказали, что мы с ними один народ. Так что я не могу в этот час вытеснить себе скупую мужскую слезу. Я заканчиваю свой тост. Як кажуть, об їх либо добре зараз, либо нічого. Тому нехай земля вам буде пухом. Ты товарищ полковник, а чего ж мы напротив вас сидим? А вас это не смущает? Ну? Ну, это вы зараз напротив меня сидите, а завтра вы будете уже сидеть в окопах в Украине. Ну, или лежать. А послезавтра уже, як кажуть, нехай земля вам будет. А с чего вы решили, что мы погибнем? Да. Мы вообще-то тут 3 месяца тренировались. Да. Ну, так а кто вас рыхтовал? Вы. Ну. Вот. Вот. Тому нехай земля вам будет пухом. Ну и маленькие подарунки вам в дорогу. Щиро вітаємо вас, дорогі сябри, у ефірі, як завсёди, Хай Так ТВ. І ведайте, я, напевно, самая щаслівая жанчына на світі, бо у мене цудоўне, абсолютно вибітне сувядучая Міхась, Дзяніс, а я Кацярына. День перамоги – цудоўнае свято. Ведаеце, я паглядзела, як яго святкуюць у розных гарадах Беларусі. І это направду, ну, настолькі арыгінальна, это настолькі весело, это настолькі добра. Я вам пакажу адзін відосік. У мене джокер будзе, уверен. Вау. Это партизанка? Это танец живота? Это партизан! Менавіта так прайшоў дзень перамогі ў Салігорску. Прычым дзяўчын было некалькі, была чорненькая, была беленькая, маю на ўвазе строі. Я просто баюся, чым ты можаш, які козыр ты можаш мне прадаявіць. А вот это вы видели, как в Витебске отпраздновали День Победы? Хип-хоп под транс, под Катюшу. Ребята, что это? Покажите мне этого человека, кто придумал. Девочки, у нас есть, надо в военной форме станцевать про Катю, под Катюшу. Банально, ребята, банально. Давай, сделай. И, девочки, вы там не с платочками ходите, да? Не с георгиевскими ленточками. А тверк, тверк наступным разом. Что вы удивляете? День перемоги – это просто такая подстава проявить свою творческую здольность. Вот, например, у нас есть два такие браты-акробаты, Караев и Карань. Яны нечто шукают себе, яны как подлетки такие. То футбол сыграют, то баскетбол. А тут яны такие хоба и выступили на сцене с Газмановым и спели песню. Да, я догадаюсь, якую. Ну. Путана, путана, путана. Это был бы лучший вариант. Ты служишь украшением стола. Караев. Тебя как рыбу к пиву подают. Караник, там Караник и Караев. Караник и Караев. Это Бобчинский-Добчинский. Кар-кар. Кармен. Да, Кармен. Возьмут. Чао, бамбино, плачет синьорина. Прощай, забудь мечту свою. My heart to you. На площади Победы в Минске. Тоже же мероприятие было, как водится, все вот это красиво, и должно быть так вот. Один из ведущих, я думал, что только поют под фонограмму. Нет, оказывается, ведущие говорят под фонограмму тоже. При этом они иногда забывают слова, и получаются вот такие казусы. И в самых тяжелых битвах, дойдя вместе до Берлина, не стоит и говорить, что служба артистов была рискованной. Немцы не брали их в плен. А может быть, он просто, ведаете, я не ведаю, навод, как по-белорусски это будет, это чревовещатель. Ну, коли из инших мест просто гук он выдает, на самом деле, у него так само там микрофон примацаванный. И все. Ну, может быть, али какая-то артикуляция в его? Там. Вышайте, конечно. Не горше у тебя тут. А давайте мы с вами трошку
об іншым паговорам. Ну, наконец-то. Да. Вы все ведаете, кто такие Андрей Швед, наш любимый, улюбленный генеральный прокурор. И он заявил, что у комиссию по вертанні беглых зараз уже собрали целых 70 заявок. Тысяч? Просто 70. Вот. Але все яны еще не разгледжаны. Разгледзели, як вы ведаете, только 60. 60 заявок за гэтые месяцы потрапили на стол до гэтай комиссии с Азаронком и іншими представниками державной культуры, я бы назвала так. Вот. И я не поленавалася и зрабіла подлики. Для Паула Лібера самая меньшая лічба людей, якія выехали за межи Беларуси, это 500 тысяч человек. Это, ну, так бы, ну, будем брать как среднюю лічбу. Нехай будет 500 тысяч. И вот, коли каждый месяц будет заседать эта комиссия, и каждый месяц они будут разглядать хотя бы по 60 заявок, то, урэшце, отрымливается 500 тысяч поделить на 60, отрымливается 8333, ну, там, в периоде, так? Это месяцы. Коли мы поделим на колькость годов, то отрымается кольки 694 и 4 в периоде года працы. Я зычу великого здоровья у всей комиссии. Кушайте побольше клетчатки, займайтесь спортом, потому что, ну, працы у вас много. 700 долго. Годов. 700, про 700 годов 700 мы вернемся, годов. Обовязково. Шпаковский сказал, что детей нельзя оставлять насильникам, п'яніцам, наркоманам і змагарам. Ось нужно подкреслити, хто. А какой сьогодні ти, да? Да. Ось сьогодні, знаєте, я насильник. Ось. До його долучилася, не до його долучилася, а гэта якби у інформаційним полі з'явилася Качанова, якая пропонувала аддаваць дзяцей у манастыры. Ага. Ось, і, да речі, гэта у адным з артыкулаў назвалі гэта марай матушкі Гавріла. Гэта была яе мара, каб дзяцей аддавалі ў манастыры. Каб потым, напэўна, яны хадзілі вось на такія парады, які зладзіў вось мінскі манастыр. Свята Елісаветінскі. Так, ага. Так. Вось, менавіта туды рыхтуюцца аддаваць беларускіх дзяцей. Ну, это же самая лепшая школа, правильно, поудельничать у гэтым. Это не смешный жарт, это сумно. Я читал в детстве книжку «Маугли», там мальчика воспитали волки. Так, по-моему, этот Маугли гораздо более воспитанный, интеллектуально развитый получился, нежели получатся те дети, которых отдадут через руки Шпаковского матушке Гаврииле в Свято-Елисаветинский монастырь. Ну, нет. Нет, не отдадим! Мы вам не буратины. Или еще часу стоять тут и в той колейце. Не мам силау. Знаешь, как у нас в Беларуси говорят, что лучше сидеть у чарзе, чем у сизе. Слухай, Василь, или раз тебе говорить, я ниц не разумим вашего бьяворского хумеру. Хумеру, ладно. Давай это самое, спать ложиться, бо я думаю, завтра мы эту чертову границу уже пройдем. Давай перед сном и спать будем. Чё, добра ночь? Но так, но. Вот суки! Есть!
Курча! Вот так! Шиштов, не спишь? Не. Ой, слушай, мне таки сон приснился. У нас хотели солярку слить, но я всех победил. О, мне то и теж самое снилось. И я, можно сказать, теж всех победил. О, смотри, вроде свободно. Поехали, тому чертову границу уже перейдем, сколько можно. Давай. Не заводится. А? Ёсць у Расіі такі сервіс падарожжаў, які называецца Туту. І ён склаў топ самых файных, самых смачных, самых незвычайных страў з розных рэгіёнаў, каб людзі займаліся турызмам і ездзілі туды і каштавалі гэтыя стравы. Я просто вам зачытаю. Это, ну, я думаю, што вы зараз сліной просто сыдзіцеся. В Пермскім краі нам прапануюць пакаштаваць пасікунчыкі. В Приморском крае нам пропонуют папоротник с грибами. В Архангельской области – козули. Я не ведаю, прямо, какие козули, ну ладно. В Ярославской области – ушное. В Республике Карелия – традиционный пирог с начинкой из репы, которую обильно солят, отобравши, напевно, соль у казаков перед этим. Вот в Свердловской области – шаньги без ничего. Это цудовная страва, но самая файная страва – Тюменская область, уха с нефтью. Бульон варят, а потом додают высокоочищенную нефть, но в некоторых случаях, когда не хватает нефти, может использоваться черный краситель. Ну, есть нефть? Нет, ну, нет, давай краситель. Давай этой синькой, синьку поболтай там. Просто красная вода с под талерок. Да, а что у вас есть рулька с педалькой? А это... Подождите. Так надо... Ребята, давайте вспомним детство. Кислые попки муравьев. А что? Пирог с кислыми попками... И тогда и треба все поели кислых попок муравьев и закурили цигару с газеты. Правильно. С забитыми листьями малины. Что это у вас? Что Беларусь может предложить? Да, помимо того, что мы картофельный край... Мы, подожди, калий это потом, когда ты все это съешь, потом за углом ты калий. А что мы можем? Мы еще огуречный край, да? Мы можем это, огурец... Запеченный. С горькой попкой и сладкой писькой. Ну, Миша, выручай меня. Я не буду спасать эту программу. Григорий Озаренок хвастается в своем телеграм-канале, что ему пишут. Ему пишут из России. И он действительно преподносит это вот как, мол, посмотрите. Григорий, здравствуйте. У нас в Петербурге я купил чипсы белорусского производства. Это лучшее, что я пробовал в жизни. Пишет Григорию Озаренку житель Санкт-Петербурга. Это я хотел бы узнать у жителя Санкт-Петербурга.
А что вообще? Причем чипсы вот эти, знаешь, пластины такие. Зараз Азаронок на канале у Соловьева з'явился. То бок ён... Как, покрывать он, будет и ту территорию, бачите? Он там как будто бы кто? Как будто бы то же, что и у нас. И то же самое? Самоповторение? Прикладно той же консистенции будет. А, проветривают студию потом. Зараз у России все боятся дронов. Ну, зрозумело, шаму. Цікавая новина. В Москве полицейские разыскивают... других полицейских, запустивших дрон. Я думаю, что это первый крок до того, как на угол вся полицейская система России схлопнулась, потому что, ну, добро, нашли полицейских, которые нашли дрон. А как это найти полицейские? И все. И раскручивается эта система, и все. И все будут полицейские одно-одно шукать. Это чудовно. Хай это тот самый случай, когда вышли сами на себя. Так. Та-та-та-ра-ра-ра, как эта музыка. Вокруг стульев. Да. Итак, у нас 10 тысяч полицейских. У нас 100... Вокруг стульев. У нас 100 стульев и 99 полицейских. Есть такие Александр Журавлёв, наместник старшини комитета по обороне российской. И вот, когда атаковали дроны Кремль, он сказал наступные слова. Нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры, вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и в других местах. То, что беспилотник прилетел к Кремлю, для меня это личное оскорбление. Андрей Журавлёв. Бусечка ты моя, бубочка, без таких людей мы не застанемся без новинок николи. Не, я думаю, что лепше не орлов, а певню. Хайны сидят на Кремле, певни, и бачу дрон, и они будут всех клевать и покрывать. Я не подумаю, что это ну, новая несушка. Ребята, в древнюю историю давайте. Гуси. Гуси. Да. Гуси, которые спасли Москву. Так. Вот. Только не гуси, это не гуси будут. Это будут, ну, надо что-то соответственно, да? Куры. Стервятники. Ты кажешь, куры и певни. Это добрый куратник, который мать скормляет. Да, не вылетать никуда, я не умею. И буду снести яйки. Нарежьте, у Кремля з'явятся яйки. Нормально. Ляпнул. Хорошо. Новина с судовой системы до нас пришла. У Витебской области был такой
Лісник, ну насамрэч ён генеральны дырэктар віцебскага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання. Юры Забалоцкі яго пасудзілі ў турму за хабар. Я толькі хачу прачытаць вам, чым ён гэты няшчасны чалавек браў хабар. Ну, грошы, зразумела, тут як бы, ну, можна паняць і прасціць, это святое. Но у спісе былі водка рускі стандарт, гарэлка. Вот. Віна Навапарда Темпер, армянскі каньяк Конкорд, віскі Балантайнс, савецкае шампанскае, каўбаса Мясной Дуэт, вендліна Палерма, сыр Грана Падана, сыр мякі Свілюбрі класік, это той, што в крамках прадаецца, ведаеце. А вы бацінка эстэт, я смотрю, у нас, да? Скрынка цукерак і дзве пліткі шакаладу. За і гэтага... шакаладка. Шакаладачка. Ребята, вот вам каньяк, вот вам Балантайнс, вот вам всё-всё-всё, і это всё... І шакаладка. Я думаю, а яго пытаюцца, адкуль гэта ўсё? А гэта ад зайчыка. Зайчык прынёс. З работы вяртаецца тата і мама, зайчыкаў хлеб нам прыносяць таксама. Наступны раз, можа быць, вам з шаноўнай Забалоцкі дадуць меншы тэрмін, калі вы будзеце карыстацца толькі прадуктамі айчыннай вытворчасці. Сыр з цвілю, гэта не пра нас. Бярыце буракі з цвілю, бульбу з цвілю і всё. І тады ніхто вам слова не скажа. Песня про Беларусь. Гэта я песня про Беларусь. Хто ў Беларусі звычайна дае хабар? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У Беларусі звычайна бярэ хабар. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Гэта і выкладчык, гэта і чыноўнік, гэта і ахоўнік. І, канешне, нават ляснік, нават ляснік. Ах, чым жа толькі не можа ў нас быць хабар. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Колькі фантазій на праўду любы выбор. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Браво, бравісіма, чудо, красата. Браво, бравісіма, чудо, красата. Ла-л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 а
сердцах. Так было спрадвеку, так было заўсёды. Без яго, но... Просто ніяк. Просто ніяк. Тут табе віскі, тут табе віна, сыры каўбасы і шакаладкі. Тут і гарэлка, тут і вяндліна, скрынка цукерак, пачак зефіру. Тут табе віскі, тут табе віна, сыры каўбасы і шакаладкі. Тут і гарэлка, тут і вяндліна, скрынка цукерак і долары. Долары, 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 долары. А між іншим нам Олександр Григорович казав, що нема валюти в світі лепей білоруського рубля, лепей рубля, твердей рубля, що усе внески у банки і схованки під ганком мусять складатися тільки з рубля. Долари, рублі, долари, рублі, долари раз, долари два, долари три, лепі рублі, долари раз, долари два, долари три, лепі рублі. Гэта выкладчык, гэта чыноўнік, гэта ахоўнік, нават ляснік. Гэта выкладчык, гэта чыноўнік, гэта ахоўнік, нават ляснік. Ха.
Хабр на хабры, так и живем. Хабр на хабры, так и живем. Сердце мадане, родной земли. Широ сябруем, силы гартуем, мы у працавитой родной семьи. Стабильно, все прыгожа, все хай.